Рано утром 16 декабря в Фокино загорелось придорожное кафе «Якорь». Пожарных вызвали очевидцы. На тушение объекта прибыли расчеты военной пожарной команды, специальной пожарно-спасательной части номер 4 и Руднева. Спасти строение не удалось, кафе выгорело полностью. Сообщение о возгорании поступило радиотелефонисту специальной пожарно-спасательной части номер 4 в 7 часов 22 минуты. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись пожарные. По прибытии первых расчетов на место строение было полностью охвачено огнем. Огнеборцы провели разведку и установили, что внутри закусочной никого не было. Как оказалось, хозяева на ночь свое заведение закрывали, однако сами ночевали рядом в пристройке. Муж с женой успели выскочить из горящего здания еще до приезда пожарных. Пожар был такой силы, что на его тушение, на ликвидацию пожара делилось, наверное, 5-6 часов. И тем не менее, проливка происходила до самого позднего вечера. Пожар начался около 6:30. Позднее его обнаружение, позднее сообщение в пожарную охрану способствовало такому развитию событий. Пока одни огнеборцы тушили огонь и предотвращали распространение пламени, другие выносили из горящего помещения баллоны с газом. А их в кафе оказалось 3. В результате пожара кафе было полностью уничтожено. Сгорела вся утварь, бытовая техника, личные вещи. Хозяевам нанесен значительный материальный ущерб. Очаг пожара, как было установлено, располагался в правой части здания. Люди находились в момент возгорания, находились в дальней левой части. То есть на момент пожара они не слышали ничего, что происходило, тем более спали. Было раннее утро, и очень быстро горючие все предметы, и столы, и мебель, все это быстро очень распространялось и по всей площади здания. То есть было уничтожено абсолютно все имущество, вся бытовая техника, бытовая утварь, все абсолютно уничтожено полностью огнем. Гражданам причинен большой ущерб. Сейчас по данному факту проводится проверка. Рассматриваются все версии произошедшего. Однако более вероятной причиной возгорания специалисты считают умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.